Последняя неделя месячника по благоустройству. Темпы работы не снижаются и после проведения общегородского субботника. Уже к 1 мая Самара должна приобрести обновленный вид. Службы, занимающиеся убранством городских территорий, работают без выходных. Майские каникулы не станут исключением. Особое внимание на общегородском совещании попросили уделить фасадам зданий с граффити, приведению в порядок пешеходных ограждений, бордюров и других элементов улично-дорожной сети. Почистим краску, ржавчину почистим, потом покрасим. Начиная с 1 апреля в городе прошли 3 средника и 4 субботника. Остатки мусора, собранного в это время с придомовых территорий, обязаны выводить. К твердым коммунальным отходам такой мусор не относится, и складировать его на контейнерные площадки не стоит. Об этом и о том, что основные работы по благоустройству Самары, намеченные на период месячника, уже пора подводить к завершению, сегодня напомнил коммунальным службам первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. 30 числа у вас время сделать и газон, и установить по ребрику, и проасфальтировать, и все остальное. Пожалуйста, еще раз подчеркиваю, все повреждения, в том числе и которые вскрытие, поэтому я прошу вот эту работу организовать. Вице-мэр также напомнил, что приближающиеся майские праздники не повод терять бдительность. Установлен особый противопожарный режим. И чтобы избежать лесных пожаров, разведение любых открытых костров в Самаре и пригороде запрещено. Мария Левина, Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События.